Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажем текстуру Pack Fight Wall с разрешением 128 для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, вот мы появились в мире. Мир стал довольно красивым, у нас изменилось солнце, но не изменилось, к сожалению, небо. Но, как всегда, изменилась трава. Также вот такие стали деревья, с такой очень красивой листвой. Да, листва очень красивая. Ну, я, наверное, уже обозревал подобный текстурпак, тоже назывался Vinyl, только у него разрешение было в два раза меньше. У него разрешение было 36, а у этого 128. Он даже в 4 раза меньше, чем этот текстурпак. Как видите, блоки стали более объемными и красивыми. Вот, к примеру, сам кактус. Также житель стал более красивым. Коровка, но она тоже стала красивой. Овечка тоже красивый, но текстурпак, как нам сообщает, он не меняет. Сами текстуры, он меняет только их разрешение. Кстати, кто заметил фишку? Если спавнить кроликов в пустыне, то они становятся желтыми. Вот такой, кстати, грустный крипер, которого очень хочется сильно обнять. Да, я не знаю, почему его так делают, таким очень грустным, но, наверное, еще многим хочется увидеть зомби. Вот такой паучок тоже маленько изменился и... Так, и зомби, да, они совершенно не изменились. Спрут, он совершенно изменился, он стал черным. Он стал черным нигером. Вот, ну что ж, что у нас тут еще есть? Есть такие елки, которые тоже поменяли свой облик, стали более красивыми и, так сказать, более объемными. Акация, ну, текстурпак, наверное, слабых устройств будет подлагивать. Я не знаю, как у вас, но у меня пока что все вроде стабильно. Но есть тоже проседание FPS, особенно когда есть пещеры, то FPS очень много, так сказать, намного снижается. Кстати, такие подсолнухи очень красивые. Так, смотрите, там у нас пещерка такая, вот сами руды, сам камень. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.